Всем привет! Обзор смартфона AGM H3, версия на 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти. Это защищенный смартфон. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Теперь давайте перейдем к его распаковке, посмотрим на комплектацию смартфона. Открываем. Так, сам смартфончик. Вот защищенный корпус. И комплектация устройства. Это переходник для наушников с USB Type-C на джек для наушников 3,5 мм, адаптер питания и кабель USB Type-C для подключения к компьютеру и зарядки. Также в комплектации обнаружен документацию и скрепку для SIM-слота. Так, закрываем коробочку. И теперь о самом смартфончике. Так, вот так вот выглядит в оранжево-черном цвете, то есть сам смартфон черный с такими вот оранжевыми полосками, кнопка включения оранжевая, ободок камеры, полоски. Вот, спереди полностью черный. Вот интересно, стильно выглядит. Вот мне нравится. Вот эта вот нижняя часть интересно смотрится. Оранжевая кнопка — это у нас смарт-кнопка, она находится на левой грани устройства. Справа кнопка включения кнопки регулировки громкости, сверху пустая грань, снизу только микрофон. И слева у нас слот для сим-карточек и заглушка, так, под которой у нас Type-C порт. Не очень удобно, что он на левой грани, конечно, удобнее, когда он находится снизу, тогда зарядку можно подключить и пользоваться устройством с двух сторон, да, так вот, когда будет сверху и кабель будет как бы тянуться в какую-то сторону, не очень удобно, или там смартфон вот так вот положить на какую-то одну сторону тоже будет неудобно, когда, ну, на эту сторону, где зарядка, да, на эту сторону на стол там положить не получится смартфон, нужно будет на другую, но в общем как бы чуть-чуть удобнее, когда он снизу, чем сбоку. Так, хорошо. Тройная камера на задней части, вспышка и сканер отпечатка пальцев. Вот, в принципе, по внешнему виду это все. Ну и, конечно, слот нужно открыть. Давайте посмотрим, что это за слот. Так, пользуюсь другим ключом. Это не с комплектацией, другой ключ подходит, все нормально. Вот, и комбинированный слот на 2 нано-сим-карточки и microSD-карточку для расширения памяти. Так, закрываем. Также стоит отметить в комплектации то, что есть сразу поклейка защитной пленки, то есть под транспортировочные пленки сразу в комплекте будет поклейка защитной пленки на дисплей. Так, включаем устройство. 11 Android у нас. Дисплей 5,7 дюйма. Разрешение HD 1440, HD Plus 1440 на 720 точек, 282 ppi, это IPS дисплей. Габариты смартфона: высоту 165 мм, ширина 79, толщина 9,5 мм, вес 200 граммов. Так, разблокируем. Перейдем в настройки. Так, о телефоне AGM H3, Android 11. И давайте в Geekbench 5. Синтетический тест. Так, процессор MediaTek MT6762 или Helio P22. Это 8-ядерный процессор 4+4, 1,5 и 2 ГГц тактовая частота, видеоускоритель PowerVR GE8320. Запустим тест процессора, увидите уже сам результат. Так, результат теста. Одноядерный, мультиядерный тест. Так, сравним результаты. Так, одноядерный и мультиядерный. Хорошо. Так, запустим теперь тест видеоускорителя. Увидите уже сам результат. Так, не запускается тест видеоускорителя. Он просто вылетает. PowerVR GE8320 не показывает результат в Geekbench 5. Поэтому переходим к следующему тесту AnTuTu Benchmark. Вот, и увидите уже тут результат.
Так, результат теста. Antutu Benchmark 107 тысяч. Ну, в рейтинге мы, понятно, в топ 100 не попадаем. Так, давайте сделаем тест мультитач. Мультитач тест. Так, показывает. 4 касания поддерживает touch устройство, 5 касаний даже. Окей, закрываем. И откроем тяжелую игрушку GTA San Andreas, посмотрим, как она работает на устройстве. На максимальных настройках графики будем смотреть. Нормально работает, чуть-чуть подтормаживает, но это максимальные настройки графики, поэтому в целом хорошо работает. На средних дефолтных настройках игра бы отлично работала. Так, давайте поставим среднее. Только яркость оставим на максимальной. Вот. Так вообще идеально работает GTA San Andreas. Не тормозит, не лагает вообще. Хорошо, закрываем. Теперь покажу вам примеры снимков на основной камере этого устройства. Основная камера тут 12×13+2 мегапикселя. Выведу снимки на экран, сможете оценить их качество. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!